Когда вас привезут из аэропорта, у вас будет стекать такой фонтанчик. Концепция гостиницы «Красный Рабель Парк», там где находятся водные горки, аквапарк. Вот такие вот автобусы забирают туристов из аэропорта и также из отеля отвозят в аэропорт. Когда вы приедете, ваши чемоданы останутся здесь на охране. И вот такой вот гектар отвезет к вашему номеру. Здесь тоже дезинфектор для рук стоит везде. Гелевый. Рамка металлоискателя. Вот вас будет встречать такой холл отеля. Достаточно большой, красивый. Вам нужно будет подойти на ресепшн для регистрации. Он находится вот здесь вот. Мы приехали в 5 утра сюда. Расселение по номерам в 14:00. Вот. Но у нас поселили номер раньше. Вот. В 7 утра завтраки. Вам дадут браслет. И вы сможете уже идти на завтрак. Вот здесь вот находятся туалеты. Мужской и женский. Когда с дороги захотите, наверное. Так, сами в туалеты заходить я не буду. Кто приедет, увидит, как там. Но тоже нормально. Лаунж-зона. Тут работают кондиционеры везде, прохладненько. Бар, ни за что платить не надо, все бесплатное. А плиз ван эспрессо. Алкоголь весь местного производства, достаточно неплохой. Коктейли, все напитки местного производства бесплатно. Сахар, кстати, темный внутри. Всевозможные чаи. А, кстати, хотел сказать, что это гостиница, которая отказалась от пластика. Все трубочки бумажные. Нет, здесь не найдете пластиковых трубочек. Стаканчики все одноразовые, бумажные. Не найдете здесь пластикового стаканчика одноразового. Кофе в зернах. Заставляю долго ждать кофе мой. Плиз ван эспрессо.
Please milk. Call. What? Call. Так, ну, в общем, я пойду кофе пить, а вам желаю приехать сюда и попробовать его. Вот здесь за столик присяду я, на этот диванчик. Ой.